Я покажу, как получить серп в террарии. Серп — это инструмент, который очень легко добыть. Для начала нам нужно сделать дома для NPC. Давайте быстренько займемся этим. Теперь наши дома готовы, и в него должен заселиться торговец. А вот и он. Теперь у него мы покупаем серп за 60 серебряных монеток. А теперь давайте посмотрим, что он умеет. Пойдем добывать травы немножко. У нас тут же появляется сено. А что мы из него можем сделать? Из него можно сделать только две вещи. Это тренировочный манекен, который показывает повреждения, которые ему наносятся. И стену из стена для декора. Похоже, это не очень полезная вещь, если вы не хотите проверять дэмэдж. Хотя она в принципе даже неплохо существует как оружие. Давайте ради любопытства проверим, как она покажет себе как оружие. А это значит, мы убьем глаз Ктулху. Это был очень сложный бой. Если бы не моя броня, я бы проиграл. Спасибо за просмотр, до свидания.